Смотрите, что это такое? В прошлом видео я установил скрытую камеру в лесу, чтобы узнать, что происходит там ночью. Но то, что она записала, повергло меня в шок. От местных жителей мы узнали, что этот некий маньяк, вероятно, обитает в заброшенном морге. В подземном подвале которого, по городской легенде, остались жуткие следы экспериментов. Говорят, там скрещивали ДНК человека и животного. Спойлер! Это правда, но все оказалось куда хуже, чем мы могли себе предположить. Дрянь, Дэн, дрянь. Короче, Дэн, мы сейчас будем пробираться в заброшенный морг, и как мы проберемся, у нас будет три основных задачи. Первое. Как мы проникнем в заброшенный морг, нам надо будет там установить скрытую камеру, чтобы увидеть, что происходит там ночью. И третье, самое главное, где-то под этим моргом скрывается подземный бункер. Почему он запечатан, что там скрывается, мы не знаем, но мы попытаемся туда проникнуть и посмотрим, что там вообще находится. Что ты думаешь, Дэн, по этому поводу? Я рад, что мы пойдем не одни, а со своими подписчиками. Блин, ты красавчик, Дэн. Батарейки, ты видишь батарейки? Кто-то здесь был. Дэн, так это ж мы их оставили. Точно, я что-то забыл. Знаете, фильмы ужасов тоже начинаются, как какая-то компания веселится, только весельем потом это все не заканчивается. С нами произошло нечто похожее. И прямо сейчас мы проникаем в заброшенный морг. Поехали! И первая проблема, с которой мы столкнулись, морг был полностью опечатан, и нам надо было найти некий потайной вход. Дэн. Короче, наша задача найти как-то вход вон туда. Тут все опечатано, короче, если будешь видеть что-то странное, ты мне скажи, ладно? Он 100% где-то под землей. Надо просто более тщательно искать, Денчик. Ребята, кажется, мы нашли вход прямо под землей. Но я не знаю, сможем ли мы туда проникнуть. Давайте мы сейчас подсветим немножечко. Блин, слушай, а что это такое? Смотри, под низом есть ли. Слушай, там вообще... Денчик! Смотри, мы нашли новый вход. Но мы туда, походу, не пролезем. Короче, ребята, сейчас мы нашли какой-то подземный вход. Да, посюда, короче, можно проникнуть. Но я не знаю, войдем ли мы туда со всем оборудованием. Что ты думаешь, можно ли туда нам пролезть, либо еще поискать какие-нибудь варианты? Давай посмотрим еще варианты, если их не найдем, то вернемся сюда. Спустя примерно полчаса мы наконец-то нашли новый вход, но даже не представляли, какая жесть будет твориться далее. Ребята, мы нашли какую-то дыру. Дэн, подойди, подсвети туда. Она явно сделана из человека. По сути, через нее мы можем туда проникнуть. Дэн, что думаешь? Аккуратно только посмотри. Ребята, короче, здесь вот такая вот дыра. Она прямо отделана, и походу это и есть вход, и мы попытаемся сейчас туда проникнуть, в заброшенный морг. Поехали. Что делать со светом? У нас очень много света, вдруг нас кто-то заметит. Черт, давай я пробую тихонечко залезть, оглядеться, вот, и потом, если все нормально, тогда ты пойдешь, окей? Окей. Короче, ребята, я полез, посмотрю, огляжусь, а есть ли там кто-то, и дальше уже будет видно. Идея Денчика проникнуть туда без освещения оказалась хорошей. Ведь мы там были не одни. Человек, женщина и мужчина. Ребята, тут детские крики. Пошли, беги, уходи, Дэн. Аккуратно. Блин, они сюда идут. Я слышу какой-то крик детский. Пошли. Я не знаю, куда идти. Нам надо срочно, нам походу придется забегать туда. Когда мы пробрались на территорию заброшенного морга, у нас осталось две основных задачи. Первое, установить скрытую камеру, чтобы увидеть, что происходит в морге ночью. Второе, пробраться в подземный бункер, чтобы узнать, какие секреты он таит и почему он расположен прямо под моргом. Ребята, тут постоянно доносятся какие-то звуки. Ты что-то слышал, что ли? Мне показалось, кто-то идет. Что за херня была? Блин. Вообще, знаешь, что думаю? Нам не надо тут медлить. Прямо сейчас идем и ищем место, куда установить камеру. Слушай. Жесть просто. Черт, у них глаза закрылись.
Ребята, короче, наши планы очень быстро поменялись. Прямо сейчас нам нет времени больше обследовать это место. Нам надо сейчас просто найти такую локацию, куда можно установить скрытую камеру, чтобы увидеть, что происходит здесь ночью, потому что мы слышим какие-то шаги. Противогаз настоящий. Подожди, Дэн, подожди. Я, кажется, кое-что понял. Ты видел, что было написано на стене? Что там написано? Наверху ядовитую пару. Входить запрещено. Не входить в ядовитую пару. И здесь лежит противогаз. Тебе не кажется это странным? Мы сейчас будем проникать на второй этаж и устанавливать скрытую камеру. Потому что здесь 100%, 100% кто-то тут кто-то есть. Блин, ребята, на самом деле без Денчика я бы тут вообще не справился, потому что тут на самом деле очень жутко. Мы сейчас находимся на втором этаже. Что за звук? Короче, ребята, мы сейчас находимся на втором этаже. Я думаю, что это хорошее место, чтобы установить скрытую камеру. Предлагаю вот прямо в этот угол ее установить. Поэтому, если тут кто-то есть, мы его увидим. Ребята, вот наша скрытая камера. Прежде чем ее установить, надо будет драйвера... Блин. Надо драйвера на коп закинуть. Сейчас мы это тоже решим. Блин, а этот шум... Тихо. Да. Денчик. Смотри, вот она здесь будет так, да? Стоять. Мы ее сейчас сфокусируем, проверим. Вот. Короче, Дэн, короче, слушай меня сейчас предельно внимательно. Вот наша камера. Но чтобы она работала, надо драйвера и подсоединить ее к ноуту. Пока ты устанавливаешь драйвера, я схожу, огляжусь, потому что я там что-то слышу. Поэтому, короче, нам придется воссоединиться. Если что, подай мне какой-то знак, ладно? Посвети на фонарик. Орать не надо, я думаю, ты нам создашь... Если что-то со мной случится, я буду орать. Я думаю, ты нам создашь дополнительные проблемы. А бери шнур у камеры, короче, подсоединяй ее к ноуту. Опа, она включилась, она включилась, смотри. Пока Денчик устанавливает драйвера на скрытую камеру, я пока пойду огляжусь, посмотрю, что там происходит, потому что там прям реально какой-то шум. Я не знаю, слышно ли это на микрофон или нет. Вот сейчас только что был. Но мы сейчас это посмотрим. Ладно, Денчик, давай делай, я, короче, пошел. Ребята, я отошел от Денчика буквально. Черт. Черт. Ребята, я отошел от Денчика буквально на метров 10, но мне... Черт, что за фигня? Ребята, я клянусь, я слышу какие-то шаги. И там был какой-то свет вдалеке. Ребята, я вижу какой-то свет. И какие-то шаги. На самом деле, вдвоем тут... Еще не так страшно, но когда я сейчас остался один, это просто жесть. Черт. Дэн, это ты? Дэн, это ты? Короче, Дэн говорит, что все получилось. Все, Дэн, тогда давай, я иду к тебе. Короче, ребята, мы с Дэнчиком сейчас установили скрытую камеру и будем спускаться к затопленному подвалу, в котором проводились все эти жуткие эксперименты. Кстати, ой. Блин, на самом деле я тут от всего шарахаюсь просто. Ну-ка, пацанчик, тихо. Вроде ничего нет, да? Где-то здесь был... Походу, думаю, что здесь был. А нет, наверное, где-то дальше. Ребята, кажется, мы нашли бункер. И сейчас мы проверим, что там. Ребята, мы попали в реальный бункер. Это просто трэш. Там реально двери, как бункер. Дэн, будь аккуратней. Мы слышим звук. Что сюда кто-то идет? Ребята, короче, мы спускаемся в подземный бункер. Аккуратно, Дэн, тут куча пауков над головой. Ты сейчас офигеешь. Че там? Ёлки-палки! Это реальный бункер! Сейф. Просто пипец.
Ребята, мы сейчас входим в бункер. Тут огромные металлические двери. Это просто жесть. Бункер под землей морга. У меня сердце просто пипец дрожит, Дэн. По-другому сердце как у меня бьется. Прям тун-тун-тун. Ё-моё! Тут еще одна дверь. Еще одна дверь. Просто пипец. Жесть. Ё-моё. А тут все просто в паутине. Ребята, мы нашли какой-то сейф глубоко под землей, и чтобы его открыть, надо сходить за инструментами. Ребята, короче, не знаю, вам слышно или нет, но мы слышим какие-то шаги. Да. Кто-то идет.